На чемпионате WorldSkills привыкли все делать своими руками, поэтому они и участники, и сами себе болельщики. Пока время дела не настало, у участников потехи час. Каждая команда ищет свой способ настроиться на рабочий лад. Мировой чемпионат рабочих профессий в России проходит впервые. Лучшие специалисты из 63 стран уже в Казани готовятся к соревнованиям. Экспедиторы, повара, флористы, сантехники или автомеханики. У всех есть один шанс. По правилам участвовать в мировом чемпионате можно только раз. Строители-бетонщики из сборной России ради победы прокачали свой скилл по полной. Все делали. И гири тягали, и кросс бегали. Включая раздражающую музыку. У нас вечно кто-то рядом ходил, отвлекал. Российские организаторы вышли за рамки стандартной программы и добавили вне зачета соревнования Future Skills – навыки будущего. Профессии новые, на которые колледжи почти не обучают, а рук уже не хватает. Вот что произойдет, если неожиданно наши компании, но они уже сейчас это делают, начнут инвестировать в роботизацию своего производства. Они купят железо и будут хранить его в пластиковых упаковках. Почему? А потому что людей не будет. Специалисты будущего, кроме прочего, управляют беспилотниками. Применение от сельского хозяйства до поисково-спасательных работ. Сейчас вот я летаю по системе FPV, это First Person View. У меня на глазах очки, в которые передается видео в режиме реального времени. У каждого участника свой тренер. Анна Мелец на прошлогодних европейских соревнованиях получила медаль в компетенции «Ресторанный сервис». Теперь учит молодых профессионалов, в том числе на своих ошибках. Сыграть может волосок на плече, который у меня упал с прически. Сыграть может то, что у меня завернулся воротник, или я где-то не так повела рукой. WorldSkills для многих ребят – ярмарка вакансий. Работодатели прямо на местах разбирают себе будущих сотрудников. Предложения о работе у нас были и в России, и в Австрии даже нам предлагали. Сборная России с прошлого мирового чемпионата привезла золото, поэтому нашей команде на этих домашних соревнованиях задана высокая планка. Александр Танких, Игорь Акимов, Николай Дацун, НТВ, Казань.